Привет всем! Поехали вокруг города с песней поезда. Привет, детки! Я паровозик Боб. Познакомимся сегодня с транспортом. Привет, мистер такси! Куда едешь? Я такси, я еду в город. Подобрать пассажиров и их развести. Я такси, и я еду в город. Подобрать пассажиров и их развести. Привет, мистер полицейская машина. Куда едешь? Я полицейская машина, еду на объезд вокруг. Должен я знать, что все целы и здоровы. Я полицейская машина, еду на объезд вокруг. Должен я знать, что все целы и здоровы. Эй, пожарная, куда едешь так быстро? Я пожарная машина, должен быть я быстрым. Я могу потушить пожар водой. Я пожарная машина, должен быть я быстрым. Я могу потушить пожар водой. Привет, мистер скорая помощь. Похоже, у тебя есть серьезная работа. Я скорая помощь, и в город еду я. Всех, кто болен, я в больницу я везу. Я скорая помощь, и в город еду я. Всех, кто болен, я в больницу я везу. Привет, мистер мусоровоз. А ты куда едешь? Я мусоровоз, я еду чистить город. Весь мусор, что найду, я соберу вокруг.
мусоровоз, я мусоровоз, я еду чистить город. Весь мусор, что найду, я заберу вокруг. Привет, мистер эвакуатор. Можешь что-нибудь о себе рассказать? Я эвакуатор, эвакуатор, я должен отвозить в гараж каждую машину, что поломалась. Я эвакуатор, эвакуатор, я должен отвозить в гараж каждую машину, что поломалась. Детки, было интересно знакомиться с транспортом. Увидимся в следующий раз. С Бобом-паровозиком. Эй, ребята, пойдем в зоопарк с Бобом-паровозиком. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке встретил он льва, и-я-и-я-о. С рыком тут и рыком там, тут рык, там рык, всюду рык-рык. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. Посмотри туда. Это слон. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке он встретил слона, и-я-и-я-о. Тут труба и там труба, тут труба, там труба, всюду-всюду трубит труба. Боб паровозик пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. Что там? Это лошадь. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке встретил лошадь, и-я-и-я-о. Иго-го тут и иго-го там, тут иго там, иго всюду, всюду иго-го. Боб паровозик пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. Там это медведь. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке он встретил медведя, и-я-и-я-о. Рык-рык тут и рык-рык там, тут рык, там рык, всюду-всюду рык-рык. Боб паровозик пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. Что это мы слышим? А, это стадо гусей. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке он встретил гусей, и-я-и-я-о. Га-га тут и га-га там, тут га там га, всюду-всюду га-га. Боб паровозик пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. Смотри, на деревьях. Это обезьяны. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-о. В зоопарке он встретил обезьян, и-я-и-я-о. Ух-ух тут и ух-ух там, тут ух там, ух всюду-всюду ух-ух. Боб паровозик пошел в зоопарк, и-я-и-я-о.
это лягушки. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-оу. В зоопарке он встретил лягушек, и-я-и-я-оу. Ква-ква тут и ква-ква там, тут ква, там ква, всюду-всюду ква-ква. Паровозик Боб пошел в зоопарк, и-я-и-я-оу. Ну разве это не здорово? Увидимся снова с Бобом-паровозиком. Привет, детишки! Вы знаете про семью паровозика Боба? Давайте посмотрим! Первый пальчик – это паровозик Папа. Папа-папа, паровозик, где же ты? Вот он я, вот он я, как дела? А вот и второй пальчик – это паровозик Мама. Мама-мама, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? Третий пальчик – это паровозик Братик. Братик, братик, паровозик, где же ты? Вот он я, как дела? А четвертый пальчик – это паровозик Сестричка. Эй, сестричка, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? И последний пальчик – это паровозик Малыш. Малышонок, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? Вам понравилось? Давайте проверим пальчики еще раз. Папа-папа, паровозик, где же ты? Вот он я, как дела? Второй пальчик – это паровозик Мама. Мама-мама, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? Третий пальчик – это паровозик Братик. Братик, братик, паровозик, где же ты? Вот он я, как дела? Четвертый пальчик – это паровозик Сестричка. Эй, сестричка, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? И последний пальчик – это паровозик Малыш. Малышонок, паровозик, где же ты? Вот и я, как дела? Как здорово! До новых встреч! Привет, детки! Время кушать! Давайте Боб покажет вам, как наслаждаться едой. Нужно так жевать, ням-ням-ням. Жевать нужно хорошо, ням-ням-ням. Ням-ням тут и ням-ням там, тут ням-там ням, всюду ням-ням. Нужно так жевать, ням-ням-ням. Ложку нужно так держать, ням-ням-ням. В ложку нужно набирать, ням-ням-ням. Ложка тут и ложка там, тут ложка там, ложка всюду ложка. Ложку нужно так держать, ням-ням-ням. Нужно так кусать, ням-ням-ням. Кусайте очень хорошо, ням-ням-ням. Кусь-кусь тут и кусь-кусь там, тут кусь там, кусь всюду кусь-кусь. Нужно так кусать, ням-ням-ням. Вот как нужно пить, ням-ням-ням. Пить это очень вкусно, ням-ням-ням. Ням-ням тут и ням-ням там, тут ням-там ням, всюду ням-ням. Вот как нужно пить, ням-ням-ням.
овощи нужно есть. Ням-ням-ням. Хрустящая зелень и вкусный горох. Ням-ням-ням. Жуйте тут и жуйте там. Тут жуй, там жуй, всюду жуй-жуй. Овощи нужно есть. Ням-ням-ням. Наполняйте свой живот, ням-ням-ням. С мамой, папой хорошо, ням-ням-ням. Ням-ням тут и ням-ням там, тут ням-там ням, всюду ням-ням. Наполняйте свой живот, ням-ням-ням. Весело, правда? Увидимся в следующий раз с Бобом-паровозиком!